Я вообще спектакль называю «Академией актерской игры». Он должен. Хорошо, что он идет в нашем театре. Замечательно. Потому что здесь столько партий. Ромео дает возможность постигнуть таинство актерского мастерства. Очень долго я готовилась, не так, как остальным партиям. То есть оказалось легче сделать мне 32 фуэте двойными, какую-нибудь вариацию станцевать, нежели вот выйти и сыграть актерски. Тут же, по большому счету, технических сложностей нет в этом балете. Мы же не под музыку танцуем, мы музыку танцуем. Хотим, во всяком случае. Я учу танцевать музыку. И что такое музыка, и что такое танец? Танец – это музыка, которую мы видим. Я смотрела много записей. Фильм с Галиной Улановой, фильм «Дзефирелли, Ромео и Джульетта». Читала много, то есть готовилась так, как ни к одной партии. Вот, и знаете, в конце концов я почувствовала себя Джульеттой. Наверное, она у меня будет какая-то особенная, какая-то другая, будет отличаться от других Джульетт, но она будет у меня своя, так как я ее чувствую. Главное, чтобы они действительно так любили друг друга на сцене, что когда в конце происходит вот эта трагедия, чтоб слезы покатились из глаз у меня.